помнишь этот момент, а то вот будете сидеть вы зимой и думать, как же было хорошо. Нет уж, я предпочитаю, если вспоминать о чем-то хорошем, то это о том, как мы победили в конкурсе видеороликов. Ну опять это свое, я тебе о реальных вещах говорю. Думаем, ребята, думаем. Есть идея! И что бы вы без меня делали? Я предлагаю снять ролик о нашем бесправном детстве. Ну, типа, учителя звери, свободу ограничим, развитие личности подавляю. Было уже. Да. Ну, тогда другая идея. И что бы без меня делали? Ну, типа, родители звери, на наши проблемы им капец, как верят. С компом напрягают, и каждый день дрессируют. Иди мой руки. Вы уже. Да чего вы орете? Сами предлагайте. Лично я уже буду. А я это, я без заправки не могу. Мозг глохнет. Крабы схоячие. Да нет. Я тут неподалеку такие яблоки видел, офигеть. С зеленым забором, что ли? Ну да. Где-то тетка живет. Угу. Ой, лох, номер. Это тетка зверь. Наши пытались попросить у нее яблоки. Она им такое устроила. Детей больше точно не будет. У них? Да у нее. Сказал еще раз, увидит. Убьет? Нет, блин, поцелует. Жесть. Даже не знаешь, что страшнее. Но, как говорил один классик, можно пойти другим путем. Макс, а тебе родители не говорили, что воровать нехорошо? Говорили, но, во-первых, у меня сейчас переходный возраст. А во-вторых, как говорил другой классик, опыт сын ошибок трудный. Чего? Харчо, за мной сказал. Ну? Тетки не видно, но я все равно против воровства. Так ты и не иди. Макс, я тоже. Ты что, сдрейфила? Да ща. Просто это не мой уровень. Я готовлю себя к масштабным проектам. Да, конечно. На таких людей, как вы, страна надеется, вы. Ладно, стойте на стрёме, если что, подадите знак. Какой? Дорожный, блин. Стой здесь, если ты на улице посмотри. Идет тетка, идет тетка! Ребята, капец, выручайте! Так, а я не поняла, что тут за митинг около моей яблони? Ну вот и тетенька пришла, она тебе сейчас покажет. Вы только посмотрите, тетенька, какой безответственный человек. Кто? Да кто? Да парень один. Да какой парень? Рыжий, что ли, такой? Из отдыхающих? Ну а кто ж еще? И городским не объяснишь, что лазить по чужим деревьям неприлично. Да что-то я там никого не вижу. Яблоки давятся. Да что? Мне теперь полные штаны повидло. Ну выбрасывай все. Да не могу, это мой трофей. Ща ты сам станешь бабкой, не трофея. Так... Я тебе сказала, слезай давай. Ты что там, собрался ночевать? Ты имей в виду, тетенька с этого места не сойдет, пока ты не слезешь. А ну слазь, паразит! Что ты туда залез? В этом году и яблок-то нету! Ну-ка, слазь! Я не люблю, когда на мою собственность залезают чужие дети! Что он у вас молчит? Он дефективный! Хоть квакни, что ты молчишь-то? А давай его собьем! Вот сейчас палку кину! Да вы что, тетик, он же убьется! О-о-о, и правда! Чё ты меня распалила-то? Эй, милок, слезай! Чё, может, и правда яблоко какое завязалось в этом году? Да нафига нам не сдалась-то эта яблоня? Слезай! Ты чё, оглох, что ли? Ну что же он у вас такой? Мало того, что он чужую собственность залез, ещё и молчит! Антихрист! А чё вы тут так орёте? Кто ты?
Да, Даша, я тебя везде ищу, а ты здесь? Мы с ребятами уже новые идеи обговаривали. Так это что, не ты, что ли, сидел на моей яблоне? Ну, что вы такое говорите, я серьезный человек. Это что у тебя такое? А это я на вашей клумбе вон подобрал, думал, кто подберет, а вот и чужое. Ой, тетенька, извините, что так неловко получилось, и ты, Макс, извини, что плохо тебе. Да что ты такое говоришь? Я жизнь прожила, людей знаю, хороший пацан. Вот вам, детки, ешьте и помните, добро, оно завсегда возвращается. Идите. Фух, это я напоролся. Ну давай тогда, выдавай идею для ролика, раз уж заправился. Я не... Когда заправишь, мне в сумму клонит. Ну вот, опять в эту году ничего не покажет. Ну, почему не покажет? А по-моему, это просто бомба, как Макс яблоки воровал. Так ты что, все сняла? Ну я все перец, и что вы без меня делали? Тебя зовет Сена.